Жители микрорайона Левобережный в минувшую субботу собрались во дворе дома номер 16 по улице Зеленой. Именно здесь 3 недели назад прогремел взрыв, о котором до сих пор напоминают осколки стекол и мусор на зеленой зоне и детской площадке. Помочь соседям и привести прилегающую территорию в порядок предложили добровольцы, объединенные проектом «Химки. Интересно жить». Инициативу жителей поддержала депутат Государственной Думы Ирина Роднина. Она уверена, что такая акция важна и для жителей микрорайона, и для всего города в целом. На субботник вышли несколько десятков жителей. По их словам, это отличный способ сделать город чище. Напомним, что областной субботник состоится 24 апреля. Принять участие в главной уборке в Подмосковье сможет любой желающий.